Всем привет! Это демонстрация новой штурмовинтовки HK433. Именно покажу визуальную часть, также моды и тому подобное. Тайм-коды будут в описании ролика, и это дополнение к прошлому ролику, который вышел на YouTube-канале. Так что еще советую посмотреть прошлый ролик, да, там куча воды, но все же его стоит посмотреть. А еще не забудьте оставить свой фидбэк.